Азербайджанский язык с Нара Лангсвилла. Разговорный язык. 30-й урок. Где Харда? Где Харда? Работать, ишлемей. Работать, ишлемей. Ишлемек пишем. Но произносим как ишлемей. Ишлемек пишем, но произносим как ишлемей. Автосалоне, автосалонда. Автосалоне, автосалонда. В банке, банкта. В банке, банкта. В туристическом агентстве, туризмагентлинда. Туристическом агентстве, туризмагентлинда. В авиакомпании, авиаширкетте. В авиакомпании, авиаширкетте. В агентстве недвижимости, дашимаз эмлак агентлинда. В агентстве недвижимости, дашимаз эмлак агентлинда. Рауф. Где ты работаешь? Рауф, харда ишлейрсен? Рауф, где ты работаешь? Рауф, харда ишлейрсен? Рауф – это мужское имя. Рауф – это мужское имя. Я работаю в автосалоне. Мен автосалонда ишлейрем. Или же можно просто сказать автосалонда ишлейрем. Я работаю в автосалоне. Мен автосалонда ишлейрем. Или же можно просто сказать автосалонда ишлейрем. Я работаю в туристическом агентстве. Мен туризм агентлинде ишлейрем. Или же можно сказать туризм агентлинде ишлейрем. Я работаю в туристическом агентстве. Мен туризм агентлинде ишлейрем. Или же можно просто сказать туризм агентлинде ишлейрем. Я работаю в банке. Мен банкта ишлейрем. Или же можно сказать банкта ишлейрем. Я работаю в банке. Мен банкта ишлейрем. Или же можно просто сказать банкта ишлейрем. Айсель, где ты работаешь? Айсель, харда иштейрсен? Айсель, где ты работаешь? Айсель, харда иштейрсен? Айсель – это женское имя. Айсель – это женское имя. Я работаю в авиакомпании. Мен авиаширкетте ишлейрем. Или же можно просто сказать авиаширкетте ишлейрем. Я работаю в авиакомпании. Мен авиаширкетте ишлейрем. Или же можно просто сказать авиаширкетте ишлейрем. Я работаю в агентстве недвижимости. Мен дашимаз эмлак агентлинде ишлейрем. Или же можно просто сказать дашимаз эмлак агентлинде ишлейрем. Я работаю в агентстве недвижимости. Мен дашимаз эмлак агентлинде ишлейрем. Или же можно просто сказать дашимаз эмлак агентлинде ишлейрем.